Так, решил перед ужином еще немного поиграть, пройти дальше. Но еще я еще хочу понять, как тут поднять уровень, чтобы души потратить. Или что, куда ты их потратить надо? А то я тебя боюсь, могу их по-любому потерять, и навряд ли, и еще не факт, что я смогу их вернуть. Так, это что это? О, здесь по-любому босс должен быть, да, какой-то? Ведь, насколько я помню, в других играх в этих местах боссы всякие появляются. Но мы пока туда соваться не будем. Ага. Там еще один такой же. Видно. Это кто? Игрок? Статуя преграждает вам путь. Почему она преграждает мне путь? Да, куда идем? Куда идем мы с пятачком? Фига, сколько надписей. Кому-то заняться нечем было, походу. Не смей. Ничего не сметь. Смерть, но безопасная зона впереди. Да? Чудеса впереди. Что за озеро крови? Слава двуручно, короче, видение, кровавое пятно. Не понял, о чем речь-то. Язык впереди. Столько сообщений, все бесполезны. Доблесть требуется впереди, так что слава, уверенность. Не понял, о чем вообще речь. Все друг друга убивают или что ли? Готовится. Готовится. Поставь солнце. Светлое место впереди. О чем они вообще говорят, я не понимаю. Они все идут. А я что, дурак, что ли, прыгать туда? Так, там ничего не идут. Надеюсь, сейчас никто меня убивать тут не будет. Прыжок. Вот как этот прыжок делать, я вообще не пойму. Понимаю, как делать прыжок здесь. Оружие впереди. Какие-то суицидники какие-то разбиваются все время. Там у нас ничего нет. Прочитать сообщение. А, прикоснуться к пятну. Здесь ничего. Здесь у нас что?
что, отсюда пришел? Нет, по-моему. Ладно, сначала посмотрим, что там впереди, потом будем то, что позади, изучать. Ага, вот. Небесное благословение. И что это за благословение такое? Полностью вылечивает, снимает эффекты статуса. Понятно. Понятно. Там, надеюсь, никаких монстриков нету. Ой, стоп. Это убрать надо. Тот, кто, надеюсь, не враг, но то. Who are you? Кто ты? No, it doesn't matter. Ладно, это... Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. А это точно ты свои предметы сложил? Заперто. Понятно, что заперто. Здесь ничего нету, да? А, так. А, во, вот костерок. Отлично, значит, здесь сохранимся сейчас. Все-таки мне интересно, куда мне тратить души. Вернуться попробую там все исследовать, где я до этого был. Попробуем зайти в туман, посмотрим, что там в туманах. Так, а где эти туманы-то, я не понял? Так, это здесь был. Туманы где-то здесь должны быть. Вон они точно. Вот первый туман. Ладно, рискнем, посмотрим, что меня там ждет. Надеюсь, никакой не туман стрячек. Точно, монстр. Это полы, походу. Или кусты, или как их зовут здесь. А? Здесь никто не сагрится на меня первым. РС. Захват цели. Захват, сброс цели. Ну-ка. При захвате сменить цель. РС. Обучалки. Вот они, не обучалки. Так и видите. Окей. Пока живем, пока живем, пока живо, здорово. Надеюсь, и дальше будет все просто и легко. Здесь факел надо, поди поджигать надо, факел. ЛС плюс удерживать. Б. Ну-ка. А, вот он.
Это ускорение. Это что сейчас было? Во, можно ускоряться, значит, здесь. Погоди, какой ускоряться? Мне нужно осторожным здесь быть. Ага, вон. Где еще кто? Кто там хэкает, хрикает, кого-то хрипит? Ага. Блин, тут опять вон тот хрен. С горы моржовой нам. Что с ним делать? Атаковать, что ли, его? Угу. Кинжал. И что этот за кинжал? За кинжал такой? Палаш, это у меня есть, а вот кинжал. Нет, пока кинжал мне не надо, что с ним толку нет от него. Или я могу его вторую руку взять? Неизвестно. Но у меня рыцарь вроде, а не двуручник. Так, ЛС плюс Б. Перекат. Опа! Стой, стой, стой! Опа! Еще один. Так, душ-то у меня копится, потратить не на что, зараза. Я не знаю, на что их потратить-то можно. Так, ладно. Это что у нас? Сменить выбранное оружие? Да мне пока не надо ничего менять. Так, ну-ка, погоди-ка, все как-таки попробует взять оба меча, оружие в руки. Снаряжение. Вместо щита я могу взять вот так, кинжал. Ну что могу. Только что мне это даст? А, этим будет быстрее атака, да? Ладно, попробую. Ну ладно. Блядь. Все же я не пойму, как прыгать-то здесь. Надо ж как-то суметь спрыгнуть, ты дал. Шаг назад. А, ну да, это мы знаем. Ну то что, монстрик какой-нибудь, да? Блядь-ка. Блять. Все. А чё, лук-то у них можно взять, нет? Блять, меня покуцали. Ладно. Самоцвет жизни. Икс использовать предмет. Ну это мы знаем уже. Что за самоцвет жизни? Немного восстанавливаем здоровье. А, это вот эти, которые у меня уже есть. Ну понятно.
Так, в туман. Войти в туман? Или рискнуть пойти того страшненького завалить? Нет, войдем в туман. И где мы оказались? Где-то мы оказались. А, мы над тем местом стали. Вон там где-то, в том месте я вошел в туман. Здесь я вышел. Насчет камеры там в курсе. Это кто? Это кто со мной пиздит? Я не понял, кто со мной разговаривает. Интересно. А зачем я сбросил лестницу? Спуститься. Ладно, я-то спущусь. А вот кто со мной разговаривает, ничего не понятно. А как туда забраться? Ладно, тут что там дальше? Так, ну тут я уже был. И это место я прошел. Ладно, попробуем сохраниться сейчас. От греха подальше. Возвращаемся и думаем дальше, куда идем. Вон еще один туман. Ладно, войдем в этот туман. Надеюсь, здесь тоже все будет не так, не будет сложности. То боюсь я этих сложностей. Взять правое оружие двумя руками, это мы знаем. И пока нам это не надо. Удержать у, взять левое оружие. О. Окей. Ты чё бегаешь, а, дядя? Так, там. Там, надеюсь, никого нету страшного. ЛС при рывке. Погоди-ка. Блять, погоди. Сейчас разберемся. А вот. Нельзя как-то попроще сделать, а? Во, получилась сотыка. Что удивительно даже. Янтарная трава. И что это за трава такая? Немного восстанавливает заряд заклинаний. Но у меня заклинаний нету. Так, что там? Туда не подняться никак, да? Тут нигде больше не пройти. Блять, надеюсь, сейчас я сразу с первого раза перескочу. У меня с этим управлением. О, смотри-ка. О, а здесь можно подняться. Там, надеюсь, никто меня не встретит. Страшненький. Вроде никого нет. Смотреть. ЛТР и Т со щитом. Парирование. Отражение удара противника. ЛТ или РТ, да? Со щитом. Парирование.
РБ или ЛБ в падении? Атака в падении. И на кого я должен в падении атаковать? Это пробивает, да? Ладно, посмотрим, на кого я там могу спрыгнуть. Вот на этого могу спрыгнуть и атаковать, да? Ну-ка еще раз прочитаем. В падении, да? Окей, вот. Стой, стой, стой. Куда? Ну что это на меня кидаешься, а, гад такой? Это что у нас? ЛС плюс РТ, ЛТ, атака в прыжке. Ну и... И где тут ты прыжок-то видишь, дядя? Опа, а это что у нас за дверь? Так, здесь никого. Зато есть это. Труп чей-то. Треснувшие красные окна. Треснувшие красные окна. Что за... Вторгнуться в иные миры? А, понятно. Вот, значит, с помощью чего можно это сделать. Но нет, пока мы это делать не будем. Нет необходимости. Стоп. Тут я точно не был. Блин, это что, монстр? А, вот еще какие-то. Бля. Че, рискнуть, попробовать их помочить? А как мне туда пройти? А, я могу это через туман пройти. Ладно, попробуем потом через туман. А сейчас пока... Возвращаемся, опять сохраняемся, как всегда. Так и будем действовать на фее. Рисковать лишний раз неохота. Хотя так, я, так делая, я возрождаю этих мобов всяких. Вот тут по-любому уже мобы, вон они воскресились. Ага, забыл, статуя-то преграждает ведь путь-то. Ой, не туда нажал. Че, никак не разбить, да? Ее не разбить, значит придется прыгать там. Ну ладно. Ну ладно, значит так, раз так. А зачем мне прыгать-то? Вот у меня. Блин, 1860 душ. По идее, я их могу уже потратить. Только куда, как их потратить? Вот в чем вопрос.
Ауч. Че дерешься, зараза такая? Итак, думаем. Так, и как же мне это туда пробраться? Ауч! Здорово! Все, я проебал душу. Пиздец, нахуй, это идиот. Ладно, хуй. Я их вернуть не смогу уже. Эти души я вернуть уже не смогу. Однозначно. Пиздец. Еще и полом стал. Ну здорово. А чё их двое-то? А с чего бы их два стало? Очень странно. А не, смотри-ка, я могу вернуть свои души. Как так? Это удивительно. И как же мне тогда на них? Ладно, рискнем еще разок. Бьет. Обыщите местность. Как же я обыщу-то? Блять, меня атакует вон тот. Блять, как же мне ее? Обыщите. Как обыщите, когда... А, сбить можно, да? Фига я сильный такой, а? Сильный. Эй, ты чё? Чё ты его не пробиваешь-то? Всё, наконец-то. Ух, я справился, удивительно даже как-то. А чё там дальше, я должен спрыгнуть вниз, что ли? Блять, надо восстановиться тогда уж. Блин, у меня все самоцветы потратило. Остался один единственный. Давай, восстанавливайся же. Чё, всё? Больше не восстановимся. Охуеть! Это чё сейчас было? Как он меня заваншотил-то? Сука. Ладно. Я вас сделаю, нафиг, так или иначе.
иначе, но я вас сделаю все. Все. Насколько я помню, в первом Dark Souls, если ты второй раз умер, не забрав души, то умер, то душу уже не вернешь. Если здесь так же самое, то это пиздец обидно. Вот это было обидно. И так тупо. Ну а толку-то мне от этих ноль. Ноль душ. Пиздец. Все. 2000 душ проебал. Просто взял так и пустую нахуй выкинул. Поднимайся, поднимайся, не стой, не жди меня. У меня еще и хпшка сократилась, уровень здоровья. И так будет до тех пор, пока я не восстановлю, то есть не верну свое это человечность. Ах ты ж сука, да ты, на. Чё, нет больше никого? Больше никого нет. Идем дальше. Ёпси-мопси, как? Да ты чё не прыгаешь-то, а? Опять не получается. Ну давай, кого ты, сука, издеваешься? Да еб... блять. Да что ты, тварь, нахуй? А как прыгнуть-то? О, вот это вот бесит, а это... За что я ненавижу геймпады? Ты хуй поймешь, как играть-то. Да ты издеваешься, а? Ну и в чем дело? Чё не перепрыгнул? А, сука, хали-то как, а? Да ебануться нахуй. Короче, как тут прыгнуть-то нахуй? Сейчас я. Ну-ка, а на клавиатуре есть какое-нибудь управление? Ну-ка, это Б, чё? Что это такое? Фух, кошмар, а? Так, ну вот ты чё, сука? Ну и... Я сейчас психану нахуй вообще. Конкретно так психану. Ну чё, как перепрыгнуть-то, а, блядь?
Да вы чё, твари поганые? Да вы нахуй издеваетесь, педрилы? Да вы чё с... гниды грёвы? Да почему ты не перепрыгиваешь, а? Да ебать. Как его перепрыгнуть-то нахуй, а? Кто мне объяснит? Как это сделать? Да ты, сука, повернись! Гнида поганая. Убей его, убей, убей. Я херею. Войти в туман. Как тупо, да? Вообще, как... Какие же нервы надо иметь в этой игре? Тут вся сложность не в боссах, не в монстрах всяких. Вся сложность в этом тупом, идиотском управлении. Вот в чем сложность ее. Вот, вот она. Это сложно. Ты наведешься, ты, блядь, повернешься. Только начал играть, а уже бомбит, а? Как люди играют, блядь? Это Dark Souls. Блядь, да вы нахуй издеваетесь или чё, блядь? Попытка, нахуй, я пойду успокаиваться, да. А то я точно накосячу. Еще живой. Да ты ударь его нахуй, во. Да.
ё-моё, как. Вот сейчас опять мучиться с этими прыжками. Да вы нахуй. У-ху-ху-ху-ху. Да ёбаная жизнь. О, удивительно. Я смог. Да ты ударил. Всё. Так, теперь попробовать выйти, надо суметь. Так, выйти-то я выше. Охуеть, а! Толку-то, что я вышел, я думал, защищусь от этих стрелы. Нихуя не защитился. Ладно, скажем так, сейчас заберем те души, что у меня уже есть, то есть если смогу забрать сейчас, то что упало с меня. И пока перерывчик сделаем, да, вон они. Получится, нет, забрать. Почему? Отравился, что ли, да? Ладно. Ладно, как скажете. Короче, этот заход был неудачным. Конкретно так неудачным. Пока сделаем перерыв, отдохнем от этого, нервы восстановим.